хорошо отдохнули и хорошо уже поработали. Недели две назад в Майами готовились. Я и сын тоже тренировался. Зал, лед. Так что все своим чередом и готовы начать сезон. Своим чередом, но тем не менее новая команда. Уже успели освоиться, много ли знакомых. Да, если честно, я пришел на медосмотр, и как будто не новая команда, как будто я здесь был. Столько ребят знакомых, и как бы не ощущается пока то, что новое. Как будто так оно и было. Ощущение хорошее, отлично. Домой вернулся. Все нравится. Условия хорошие. Сейчас с командой познакомлюсь. Вчера первый раз пришел на арену, покатался. Вот. Так все нравится, все здорово. Как прошел отпуск? Расскажите, интересно, чем занимались, где были? Ну, месяц отдыхал, ездил в Азию. В Азии катался там, Корея, Япония, на Филиппинах был. Там по-другому, конечно, все. И технологии другие, и кухня другая, и люди по-другому совсем живут. Да, конечно, многое удивляло, и так необычно было, конечно, интересно съездить, посмотреть. Но больше всего Япония понравилась. Там много всего необычного, интересного есть, есть что посмотреть. Вот, а потом приехал, когда месяц тренировался, ну, на льду катался, в бал ходил, там, бегал в Челябинске у себя дома. Ну, я каждый год занимаюсь, в принципе, в одно и то же время, по одной программе. Ну, и клуб скинул программу, и по ней в зале делал, и так на льду катался.